Девочки, всем огромнейший привет! Сегодня у нас по плану шопинг-влог, но у нас в Киеве такой снегопад, вы просто не представляете, просто заметает буквально лицо. Я сегодня, естественно, принудительно сделала низкий хвост, пришлось, знаете, все так хорошенько залакировать, потому что я даже не представляю, что бы было с моей прической. Хочу, во-первых, побывать в Заре. Почему? Потому что продолжается распродажа, вторая волна, очень много сейчас вещей на сейле, поэтому, если вам интересна тема шопинга или вы просто хотите классно провести время в моей компании, я приглашаю вас с собой на шопинг. Но прежде чем мы начнем, не забудьте подписаться на мой Инстаграм. Пойдем. В Заре наши съемочные реалии. Буду в маске, потому что, А как подруга? В Заре, и первым делом мне вот прям бросились в глаза рубашки, брюки. Было много размеров S, XS, поэтому все, что я сейчас буду показывать, возможно, это не будут такие прям уж полноценные образы, но это то, что мы можем сейчас приобрести на распродаже в районе 250-300 гривен, то есть в районе 1000 рублей. Поэтому давайте поскорее начинать примерку. Мне уже не терпится, я взяла много вещей, потому что боялась, что все поразбирают, а я очень хочу быть вам полезной и постараюсь максимально быстро смонтировать этот ролик, чтобы вы еще смогли совершить эти покупки именно на сейле. Итак, первое. Потрясающая серая рубаха с вот такой вот драпировкой на рукавах. Просто нереальная какая-то драпировка. Стоит 299 гривен. Посмотрите, стоила 1500 и 97% хлопка. Совершенно натуральная вещь. Ну что ж, давайте-ка быстренько мерить. Я ее взяла в большом размере, аж в размере L. Ну, честно говоря, довольно сразу. Во-первых, посмотрите на этот рукав. И смотрите, как классно все сидит в размере L. То есть по горловине вообще замечательно. Не бойтесь вот таких вот больших размеров. Я не одела микрофон специально, чтобы была возможность показать вам вот этот вот фантастический рукав. И даже вот даже с моими джинсами классно смотрится. Представьте, какой-то пояс как-то это обыграет, да, с какими-то фактурными брюками, с какими-то юбками, с шортами, если вы любите шорты. И все, восторг. Испытываю вот сразу одела, и все мне нравится. Конечно, безумно приятно, безумно просто приятное к телу. Ну, конечно, это сумасшедшая драпировка, это просто космос. Как же красиво, господи, натуральная рубашка за такие деньги. Далее тоже найдены мною на распродаже вот такие вот красные брюки. Они в размере XS, цена у них 399 гривен. И вот с этой, даже с этой рубашкой, смотрите, как круто смотрится. Вообще очень красивое сочетание серого и красного. Конечно, поменяла бы обувь, может, на какой-то такой очень утонченный босоножечек или наоборот, на какие-то супер грубые такие прям ботинки. И за счет того, что рубашка очень объемная, ее очень удобно укладывать по-разному. Хотите наполовину, хотите вот так вот крест-накрест можно заложить, да, хотите просто вот так вот можно заправить эту рубаху, как угодно, потому что у нее классный большой размер, то есть красивые складки даже такие какие-то можно сделать, ну и рукава, конечно, это восторг, целый распродажный образ. Идем дальше. Далее на мне какая-то неземная блуза, стоит 399 гривен, тоже в комбинации с красным цветом. Посмотрите, как это классно все смотрится. Она в большом размере, в размере XL, но мне нравится, как она на мне сидит. Возможно, L нужно было быть, не XL, а L, но, к сожалению, уже нету. Это очень красиво, она немножечко так уходит, совсем чуть-чуть в серый цвет. Мне кажется, очень красивая вещь. Как вам, девочки? Обязательно напишите мне в комментариях. Ну, вот так вот с красным очень здорово. Правда, мне очень нравится. Классное плиссе такое на рукавах. Ну, красивая, действительно, очень красивая вещь. Что ж, еще один вот такой вот очень благородный, на мой взгляд, образ мог бы получиться, если бы брюки не были такие на меня большие. Итак, брюки стоят 399 гривен. Они настолько красивого, благородного оттенка. Здесь нет карманов, но размер S на меня большой. Вот мне нужен бы был XS. А блуза стоит 250 гривен. И по цветам так все это красиво смотрится. Очень элегантно, так достойно. Но брюки, увы и ах. Знаете, что еще вот меня смущает? Немножко вот этот вот какой-то такой нюанс в шве. Возможно, если бы они были меньше, то тогда бы сидели лучше, да, и были бы выше по своей посадке. А так, ну, как видите, очень такой, знаете, образ в стиле Массимо Дути. Мне очень нравится. Если
такой комплект сядет на вас, буду безгранично счастлива, потому что действительно очень красиво. И даже сюда бы одела какую-то вот прям в тон лодочку, чтобы, знаете, ничего не выбивалось из общего комплекта. И было бы очень здорово, мне кажется. Напишите мне в комментариях, как вам этот образ. Будет очень интересно почитать. Всегда интересно читать ваши комменты. Так что идем дальше. Но цена, девочки, что вверх, что низ. Ну, вот все буду вам показывать в таких пределах. Очень доступно то, что может себе позволить каждый. Единственное, что хочу уточнить, что это полиэстер, конечно же. И вверх, и низ. Но смотрится очень-очень гармонично, правда? Также еще одна просто восхитительная какая-то блуза. Это такой темно-синий, очень плотный полиэстер. Стоит она 399 гривен. Она на меня велика. Это размер S. Во-первых, у меня нет настолько шикарного бюста, чтобы уложить в этот красивый вырез. Поэтому я так ее немножечко придерживаю. Потому что она мне, вот смотрите, насколько велика. Девочки, 399 гривен. Конечно, это безумно красиво смотрится именно с вот такими вот оттенками брюк. Если бы у меня был такой бюстик, который я могла сюда уложить. Но, возможно, кстати, вы ее ушьете просто за такие деньги. Это действительно очень, очень красивая вещь. Такой глубокий темно-синий цвет. Можно, конечно, эту блузу отдать на переделку. Замок здесь сзади. Вам ее немножечко ушьют по бокам, и будет красота. Правда? Ну, какова красота? А мы продолжаем. На мне блуза. Стоит 299 гривен. И вот такие вот пижамные брюки в размере S, которые стоят 399 гривен. Я не призываю никого носить прям вот таким вот комплектом. Возможно, это как-то для вас очень эксцентрично. Но хотела примерить и то, немножко поделиться своими впечатлениями. Во-первых, брюки классные. Если еще с каким-то острым носом или под элегантный босоножечек, можно носить под разные жакеты, мне так даже больше нравится, с какими-то черными такими шелковыми рубахами, да, то есть стилизовать можно, конечно, как угодно, но даже в размере S они вот сильно широкие, вот правда, в верхней части они прям, ну, очень широкие, и мне не очень нравится, как они на мне сидят. А вот блуза в размере L, несмотря на то, что она аж размер L, и, возможно, вы так посмотрели и знаете, что это просто не ваш размер, и не примеряете, а нужно примерять. Сидит классно, сидит как хорошая такая эсочка, тем более за такие денежки. Ну, все, что я вам сегодня показываю, правда, очень доступная, поэтому можем стилизовать это как кому больше нравится. Но я бы даже вот так с удовольствием бы носила, если бы эти брюки были мне по размеру. И, кстати, вот напишите мне свои идеи, с чем можно стилизовать пижамные брюки. Да, ну вообще можно носить даже и как обычную домашнюю пижаму, почему бы и нет. Далее то, о чем я вам говорила, как круто вот такие вот рубашки черные смотрятся с вот такими очень активными брюками. Эта рубашка стоит 299 гривен, и это наполовину вискоза, наполовину какой-то модал. Мне кажется, что это что-то синтетическое. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, я не знаю, что это за материал, честно скажу вам. И мне очень нравятся эти разрезы, как она сидит. Однотонные черные рубашки, как и белые, конечно же, очень выигрышные. Они способны заземлить любую-любую активную вещь. И вот так, конечно, мне все сразу больше нравится. Можно с каким-то поясом, можно без. Если бы это все еще было мне по размеру, я бы прям так и забрала. Ну, а так можно взять только рубашку. Как вы думаете, что я прикуплю? Обязательно напишите свои варианты в комментариях. Тоже будет очень интересно, насколько хорошо вы меня знаете. Я уже знаю, что я буду брать, это точно. Ну, а теперь я предлагаю еще прогуляться по залу. Покажу вам, что есть на распродаже. И, конечно же, посмотрим, какие же платья мы можем себе позволить в этом году. Я, значит, уже такая оделась, собралась уходить. И увидела на Тремпеле еще одну вещь, которую взяла с собой в примерочную. Посмотрите на эту блузу, вот просто без комментариев, 399 гривен, 100% вискоза. Посмотрите, как красиво уложена ткань на плечах, очень красивая вещь, даже с теми красными брюками было бы очень здорово, с какими-то кюлотами из кожзама, с какими-то даже шортами из кожзама, но я бы просто одела эту блузу с юбкой силуэта какой-то такой черной, шелковой, возможно, дополнила бы какой-то белой такой сумасшедшей обувью.
и было бы очень дорого. Правда, безумно красивая вещь. Всем рекомендую, оставляю вам на нее артикул. Мягкая, это в размере XS, даже, возможно, взяла бы себе S-очку, чтобы чуть-чуть посвободнее было. Видите, очень красивые натуральные вещи всегда можно приобрести на распродажах. Так что обязательно посещайте распродажи. Девочки, ну правда, это очень-очень красивая рубашка. Я не знаю, как эту красоту вам так со всех сторон показать, чтобы вы ну, точно хотя бы пошли и примерили ее. Здесь еще есть такой разрезик вот с этой стороны, такой маленький разрезик на рукава. Это очень красиво. Потрясающая рубашка, такой темно-синий цвет, тоже она стоит 299 гривен, это размер M, а будет висит такая же, как я взяла в размере XS. По обуви, вот очень красивые ботинки, 1600 гривен, это натуральная кожа, стоили они 3700, классная. Девчонки, смотрите, вот тоже какой-то потрясающий топ из вискозы, тоже стоит 299 гривен. Я все не смогу, конечно же, перемерить, но посмотрите, какой он красивый. Также еще один мега трендовый такой жилет, топ из кожзама, стоит 299 гривен. Очень красиво со свитерами, с белыми рубашками, с серыми вон, как вот это, да, тоже классная комбинация, такой марсала и серый. Тоже вот можете обратить на нее внимание. Очень прикольная. Очень нравятся вот эти босоножки. Часто их подписывают как босоножки Саба. Это коровья кожа. И цена 799 гривен. Одни из моих любимчиков. Тоже кожаные. 599 гривен. Ну и для тех, кто хочет быть в тренде. Вот такие вот потрясающие босоножки. 799 гривен. Но это уже полиуретан. Цвет, можно сойти с ума. Вот эти потрясающие мюлечки, нежненькие, из коровьей кожи, 599 гривен. Есть 36, а шестерочка на пятерочку. Тоже еще одни мега потрясающие мюли, 349 гривен, и это козья кожа. Очень крутые. Смотрите, что я нашла. Оказалось, что это костюм, и такая юбка стоит 299 гривен. То есть за... Буквально за 600 гривен вы можете приобрести потрясающий костюм. У нас в Заре все очень бестолково сложено, все нужно искать, тяжело, скажу вам честно. Что ж, вы знаете, очень тяжело, конечно, сориентироваться, все хватают, людей очень много. И платья меня немножко разочаровали. Вот это на мне сейчас единственное платье, которое мне вот прям захотелось примерить. Оно очень красиво завязывается сзади вот таким вот длинным шарфом, у него такая слезка. Оно стоит 599 гривен, и это полиэстер. Но это вот правда единственное, как по мне, достойное платье, которое вот хочется примерить. С жакетами вообще завал, ничего нет, все уже поразбирали, ни одного приличного жакета, чтобы показать людям, в общем, ничего нет. А это очень достойное, как по мне, платье, элегантное, красивое. Конечно, полиэстер немножечко смущает, но оно настолько открытое, что мне кажется, жарко уж в нем точно не будет. Я предлагаю прогуляться еще в резорт. Я знаю, что там тоже много вещей уже на сейле. Вдруг нам удастся что-нибудь красивенькое с вами, да и отыскать. Пойдем? Все, я уже с покупкой. Я уверена, что вы догадаетесь, что я приобрела. Вы хорошо меня знаете. Но, тем не менее, будет интересно почитать ваши варианты в комментариях. Надеемся, что и в резорт сейчас найдем что-то классное. Я уже в резорт, и вот это платьице, помните, которое я примеряла в предыдущем шопинг-влоге, оно уже на сейле и стоит 599 гривен. Очень достойное платье. Ну что ж, удалось собрать для вас еще один образ на распродаже. На мне вот такая вот аристократичная блуза, воздушная зефирная блуза, стоит 399 гривен, она в размере S. И вот такая вот плиссированная юбочка из кожзама, тоже стоит 399 гривен, это 34 размер. И вы знаете, вот вроде бы ничего особенного, но это одна из моих самых любимых комбинаций, белая и черная. Очень красиво это все смотрится, так легко, так романтично. Вот вроде бы обычный образ, а за счет этой блузы, красивой стойки, смотрится действительно очень элегантно. Подобрать какую-то интересную обувь, возможно, какие-то интересные аксессуары,
пары. Даже можно какой-то очень интересный ремень поверх этой юбки надеть. Вот я в таких блузах сразу чувствую себя на миллион долларов США. Я не знаю, с чем это связано, но очень уж я люблю рюши и вообще какие-то воланы. Вот это все прям моя история, честно скажу вам. Видите, совершенно недорого. Конечно, это полиэстер, но выглядит это все, ну правда, максимально хорошо. И в пир, и в мир, как говорится. Хочу вам показать, как классно смотрится рубашка с этой юбкой, даже если ее не заправлять. Я тоже люблю так носить, не обрамлять никак талию. Мне нравится, когда все так свободненько. Очень здорово это смотрится. Напишите обязательно в комментариях, что понравилось вам больше всего. Ну и еще хочу примерить одно платье, оно из новой коллекции. Я решила его примерить, потому что знаю, что очень многие девчонки ищут свое идеальное платье в горошек, поэтому давайте посмотрим на кое-что новенькое в интересном оттенке. Ну что ж, на мне очень интересное платье с такой юбкой плиссе, но она такая достаточно ненавязчивая. И платье такого зеленого цвета. На камере оно кажется каким-то цветом морской волны, но это не так. Это такой настоящий традиционный зеленый, такой темно-зеленый оттенок. Чем же платье в горошек отличается в весеннем сезоне наличием вот этих вот накладных таких вот подплечничков, скажем так, да, которые имитируют такой подплечник. На самом деле туда ничего не вставлено. Очень, повторюсь еще раз, такая ненавязчивая юбка плиссе, много тканей. Ткани не пожалели, скажу вам честно, и платье стоит 1400 гривен. Красивое платьице, очень нежное. По ощущениям это какой-то полиэстер. Не буду даже искать, понимаю, что это полиэстер, но достаточно приятный. Такой легкий шифончик. Поэтому всем девчонкам, кто еще не нашел свое идеальное платье в горошек, возможно, вам понравится вот такой вот вариант. Ну что ж, дорогие мои, вот и подошла к концу наша примерка. Надеюсь, я была вам полезна и надеюсь, вам понравилось то, что я вам сегодня показывала. Возможно, вы совершите какую-то покупку. Ну, а я буду безумно благодарна вам за палец вверх, за какие-то комментарии. Отправляйте это видео своим подружкам, возможно, им тоже захочется совершить какие-то покупки. Ну, а для меня это, конечно, в первую очередь рост моего канала. Я, как всегда, не прощаюсь, а говорю вам до встречи в новых примерочных.